народ тут загорает. Кар. Где? Что просить-то взяли да и все? Нет, чтобы мы там сели. Сейчас пока на видео засниму это все дело. Попросим, конечно. Можно еще прокатиться? Сами себя доведем. Болтон спортуем. Радио слушаю. Вот такие балкончики у корпусов. Оля. Там еще один бассейн виднеется. Давай я покажу позже. Пока что сейчас посмотрим на бассейн главный, у которого находится водный бар. Играет музыка. Там же снэк-бар сверху. Все движение в основном там. Ну, а дальше корпуса. Корпуса в той стороне роял-зона. Ну, в принципе, учитель. Ой, сейчас карту покажем. Так, ну вот. Это карта отельная. Опс. Ближе. Вот так. Свечивает солнышко. От нее. Вот. Дорожка к отелю. Пошли дальше. Так, ну вот. Это наш корпус. Вот этот. Наш вход. Вот тут написано дефисия 23, это и есть корпус 23. Тут помойка. Вот так. Тут мы живем. Так, идем дальше. Как вы видите, прямо около нашего корпуса выход в бассейн. Тут продают экскурсии, какая-то лавка. Про бассейн сейчас посмотрим. Ближе. Hola, amigo. Hola. Начинается бассейн, очень красивая форма. Так, впереди мостик. Музыка, американские ритмы. Ну, пока еще утро, тут как-то не очень оживленно. Днем тут народу много. Thank you.
находится на бар. Вот тут вход, тут кормят. Вот. Там что-то работает, что-то готовят. Идем дальше. Какое-то подсобное помещение, мы там не были, не надо. Дательный круг. Это шутка, наверное, потому что глубина очень маленькая. Что-то ребенок может, потому что ребенок из этого круга вывалится. Вот корпуса. 10-й корпус. Было бассейна прямо как неплохо, то лобби. Это наш ближе к морю. Так, ну это лобби. Чего? Так, ну заходим в лобби. Леша предложил что-нибудь взять, я не против. Так что мы пошли к бару. А вот это бар в лобби. Оля, пиня колада дос. Не знаю, что там видит. Ладно, все. Не пустили. Идите, говорит, бассейн берите. Вот так. Сходи до ворот. Что вкуснее делают? Так, вот тут ресторан главный, тут нас кормят. Стеклянные. Окна большие, все видно, кто ест и что ест. Так. Мы продолжаем съемку. Так он видит вообще, откуда вот это? Правила изменились, тоже сочили. Это театр. Сейчас покажу все рестораны на карте. Так, вот тут у нас список. Какие есть и где, указания. Венето итальянский, мы в нем были. Гасиенда идем сегодня. Текерия. Да, что-то мексиканская какая-то кухня, там какие-то сэндвичи. Пиццерия пицца. Мы, конечно, клуб не знаем, не были. Ориенталь были. Азиатская кухня вкусная. И Лас-Леса не были. Так. Вот тут поднять подъем. Лесенка. Ну, там наверху ресторан а-ля карта. Вот мы тут тоже. Так, лесенка проехала, развозят туристов. Вот тут сцена, театр. Вечерами тут бывает представление. Бассейн. Okay.
Видно бассейн. А вот тут у нас расписание развлекательных программ, погода, какое море. Сейчас, может быть, даже цаплю увидим, если она не спит еще. Вот машинка едет. Цапля улетела, но с утра она тут была. Вот тут она бывает, в пруду. Бассейн видно. Джунгли. В принципе, мы почти весь отель обошли. С другой стороны корпуса, там ничего интересного нет. С другой стороны нашего корпуса еще один бассейн. И бассейн на пляже. Все спокойно. Сейчас мы выходим на главную дорожку, которая ведет к морю. Вот она. Вот вернулись к нашему корпусу номер 23. И вот тут у нас дорога на пляж. Сейчас я покажу бар на пляже, он, наверное, уже заработал. Заблудили, что ли? Вот смотри. Пошли вот сейчас, наверное. Сейчас не убегать будем. Приставочек. Там приставочек, я сейчас поближе покажу. Он нам пытался какие-то экскурсии продать, плавание с дельфинами. Видите, кто-то против солнца сидит. Он будет снимать все пуса. Сейчас еще один бассейн покажу. Ну, тут можно зайти к нам в номер, вот коридорчик. Тут мы и ходим, когда идем с пляжа. Так, ну вот еще один бассейн. Он более мелкий. Форма тоже красивая. Очень так нормально. В данный момент его чистят. Куда? А? Вот помашь. Прям в баре? А? Прям в баре? Ну, тут он. Так, вот тут детский клуб. По-моему, он не пользуется спросом, когда никого не бывает. Да, поиграл, вышел. Тут детям, по-моему, на пляже или бассейне интереснее, чем кататься на каких-то горках, которые в России есть в каждом дворе. Обход сделан. Там уже забор, там ничего интересного. Американцы трудолюбивые, прибирают, подметают. Может, даже не американцы, а гаитяне. Видите, какие чадные. Прислуживают нам белым. Мы господа. Что ж, мы платим. Смотрите, как трудятся. Вот, я же там, мы сейчас немножко повернем, чтобы зайти в бар. Смотри. Куда? Какая-то есть.
не знаю, видно вам или нет, но тут ящерица. Доминиканская ящерица. Еще кто-то бегает. Вот, пока шли, нашли ящерицу. Тут молодые пальмы, посаженные на вырост. Вот тут тоже пальмовая молодежь. Тоже рассадят по всему отелю. Когда они чуть-чуть подрастут. Ну, какое море. Море мы здесь просто обожаем, оно очень красивое. Тут берем полотенчики, мы тут уже проходили, я показывала. Вот этот аниматор. Полотенчик. И вон там пляж. А мы сейчас идем в бар. Вот бар тут. Тоже снэк-бар, можно поесть после 12. Пока не кормят. Позже можно прийти на ланч. Это президент. Тебе со льдом? Нет. До спиня колада, всем ело. Бар, там уже еду готовят. Столики. Так, ну вот. Собственно, пляж. Мы вернулись. Вот и начинали наш видеообзор. Так, все, ладно.